ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Волгограду совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в мошенничестве задержали двоих жителей Волгограда. Руководитель подрядной организации и его заместитель подозреваются в хищении из бюджета почти 4 миллионов рублей. В ходе предварительного расследования установлено, что одна из коммерческих фирм, зарегистрированная на территории города Волгограда, заключила два муниципальных контракта с организацией города Волгограда, по которым обязана была произвести ремонтные работы на внутридомовых территориях, расположенных в Кировском и Красноармейском районах города. По результатам выполненных работ в актах приемки выполнения работ суммы затрат были превышены на сумму более чем 3 миллиона 700 тысяч рублей. В ходе обысков, проведенных по местам жительства подозреваемых, а также в офисах подрядной организации, изъята финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, чековые книжки и печати сторонних коммерческих фирм. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере». Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.